Крутили очень жесткие. Вот мы сегодня видели такие эпические бои с невидимостью, как там вот. Когда поймать невозможно. Да, да, и как вот чувак Кусов вытягивал бой. Так, Саб-Зира уже побили. Вот так вот. Даже не успели мы еще начать комментировать. Ящерица, ящерица тащит просто. Нормальная такая ящерица. XXA, CZ на ZZ вместо Б. Ну, вот так вот. 37 можно было, только поздновато сделал вместо Б. Ох, и поймал. Апперкот, еще. Это комбо 21%. И, в принципе, после нее можно еще делать. Хорош. Ну же, тычка, по-моему, забьют сейчас рептилию. Хотя... Нет, если зацепится, все, два удара. Два удара осталось. Да не два, тут много, много. Самое прикольное, вот этих шаров можно пускать много, то есть медленных. Да, да. Там можно один медленный, один быстрый, и потом еще делать еще под быстрый. Если они оба, потом не с X, там 50% первого. Вот, по-моему, тащит. Ну, последний удар! Рептилия! Да что ж так? Решил голову не отрывать, а с ноги ее просто тупо отбить. 1-0 в пользу рептилии. Классный герой. Не, он классный, вообще он жесткий. Слушай, а кто-то юзал страйкера? Да, я видел один бой, был страйкер, но как-то такой... Хороших даст. Хороших страйкеров у нас нету. Кабал. Эх, сюда бы паренька с моего района, родного городка 12-летнего, который, ух, у него АПМ на джойстике зашкаливал просто. Корейцы курят. 300 нажатий клавиши там за минуту. Легко. Ну вот теперь Кабал, наверное, не простит. Да, просто не даст раздуплиться вообще. Смотри, ничего не может сделать. Изничтожение, полное от Кабала и серьезная заявка. Это вам не хухры-мухры. Третий решающий раунд первой битвы. Так, 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 смотрим. Кто первый начнет, тот и выиграет. Липучка, напал, втычку. Не попу, так порож. Кто здесь? Кого тут? Спалился. Спалился. Оп, нема меня. Нет. Да что ж такое, ну как же ж так? Пытался сделать комбо. Пощадил Кабал. Опять пропадать нужно. Нет, быстрый. Захватит. Захват. Рептилия. Блин, какой хороший герой. Да, рептилия жесткий. Захотелось поиграть. Очень. Слушай, жестко. А в 9-м Mortal Kombat он будет? Да, должен, как без него вообще? Он же ж классика. Конечно. Все, по-моему, Кабал уже все. Второй раз жестко. Получает. И, ну давай, можно комбо. Ну не плавос, да, не плавос. Не успевает сделать комбо. Зрывающий подкат есть, как у Саб-Зира. Ну и сейчас нужно, не знаю, что должно случиться. Все, финишким. Да ну выдай нам что-нибудь. Я понял, да. Преступный гад. 2-0 у нас. Беда. Я, у нас гранд-финал как будет? Best of 17 или... Да нет, так же. Так же? Ну то есть из лузеров нужно будет две серии выиграть, да? Да, да. Я понял. Ну, на этот раз попытка Nightfall Foam проломить эту жуткую ящерицу. Смотри, специально кот не ставит, боится быть униженным. Так, 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 поехали. Итак, метро, Шулявская, все так же. Битва продолжается. Ну, на Шулявке, кстати, таких типов не фиг делать, заметить. Каждый вечер. Чувак с топором после 11, да. Змеи тоже там хватает. Ну, а зеленых вообще хватает. Зеленых хватает. Так, Nightwolf. Уже полжизни у него нет. Рептилия продолжает побеждать, но... Ну, может быть... Nightwolf, он просто без варианта. Один удар. Один удар, любой. Ну, просто набежал. Говорит, ладно, я... Сам ударился. Мне тут надоело. Накажи себе сам. Так, ну и... Матчпоинт у рептилии. Ох. Ну, начал хорошо. И топором рубанул. Ну, и дальше. Еще раз топором. Еще. Зажимай. Зажим, еще зажим. Но рептилия может уйти, опасный игрок. Я может, если зацепить. Тут нет. Смотри, просто не отпустил. Шанс. Древнее кунг-фу этих. Древнее кунг-фу ниндзя. А, индейцы. Из племени инка. Хорош. Опор. Ночной волк. Раздуплился. Знаешь, я понял, это Nightwolf, это прародитель мачете. Может быть. Такой же жесткий. Ой, и рубать! Ну и удар еще один! Котка рептилия, по-моему, хочет все-таки сделать 3-0. Ну, успеет ли? Да! Это 2-1. Жестко. И с ноги, без каких-то... Был избит. Лишних движений. 1-2. Ну что, выровнять ситуацию на 2-2? Видишь, все-таки можно побить рептилию. Самое главное. Да можно любого побить. Кроме Нуб Сайбота. Его побить невозможно. Пойдем, вообще Нюб Сайбот. Ньюб Сайбот. Ну, повторение у нас будет прошлой битвы. Рептайл.
против. Nightfall Fun. Не, музычка эпичная. Ее вообще менять не нужно в Mortal Kombat, она должна оставаться. Блин, одна. Мне больше всего нравится саундтрек, когда бабалите, делать сам такой звук. Блин, как в детских садах играет. Так, смотри, это, кто-то сделал. Смотри, что творит Nightwolf? Рептилия уже получила в пачку, причем солидно. Как-то в этой рекламе говорит Анастасия Волочкова. Оп, так. Не попал медленным. А теперь попадает подсечка. Тут подсечка. О, второй этаж пошел, так что на этаже там. Ух, еще раз, сразу апперкот. И апперкот подряд от рептилии. Это матчпоинт. Да, это очередной матчпоинт. Был уже один, да, был уже. Да, уже был. Но не дает вообще Найтфул быстро раздуплиться. Половину хп быстренько снял, но получает. Такая комбо смачная, как она мне нравится. Это провал. Захватывает Найтфул, пытается плечом. Еще один апперкот. 4 апперкота за раунд. Подсечка, один удар остается. Вот она победа. Победа. Съешь его, говорят, съешь. И есть прыгун. Завози капусту. Вот это да. Вот это хорошая победа. Ну что, есть у нас первый человек, который занял 5-6 место. Так сейчас это... у нас определится второй. И топ-4 останутся. Кто у нас играет?